Здравствуйте, наши дорогие друзья. Такой неурочный анекдотис у нас выскочил сегодня. Сегодня среда, 19 число августа. И сегодня яблочный спас. Поздравляю вас. Всем желаем здоровья и долголетия, и благополучия. Ну и анекдотис в тему. Короче, урок. И учитель спрашивает такой. Сидоров говорит. Скажи, пожалуйста, какое самое благоприятное время для сбора яблок? Вовочка такой поднимается. Учитель, самое благоприятное время, это когда собака привязана. Все, ребята, с праздником вас еще раз. Здоровья и процветания вам. Ждем пятницу, будет весело. Пока.